Ну что, ребят, никто не угадал, с кем я сегодня провожу вечер. Сейчас я вам покажу. Это круче, чем Путин и Моргенштерн. Женя пригласила меня на закрытый каток. Точнее, я ее пригласила. Но потом она меня пригласила. Что ты делаешь? Вайс оф фреш, Женя! Как 50 выглядит на 20? Жень, скажи, вот что ты из этого пробовала? Что, вот какие самые твои любимые средства? Синяя масочка очень классная. Очень классный автозагар. Так. И очень клёвое мыло. Черное мыло. Султан де Саба. В огромном объеме. Так, сейчас оштрафуем. Пользуйся, давай. Очень с тобой, молодец. Спасибо. Сейчас я буду гордиться тобой, будешь меня спасать. Ну вот, Aesthetics Beauty Group. Браво! Вот это для меня встреча, ну вот, очень приятная. Прям вот горжусь вот этим человеком. Я не знаю, такая маленькая, такая хорошенькая. И сколько ты принесла нашей стране. Вот я просто счастлива находиться с тобой. Мы сейчас столько бы правильных ответов на кейс-мафии. Слушай, ну нам считается, господи, одна танцовщица, другая спортсменка, поэтому мы красиво сегодня позорились. Да? Красиво. Мы сыграли супер игру. Это важно. Лили не хотела, но я потащила. Всегда все до конца. Снимать, как вы снимаете. Буду снимать, как вы снимаете. Сторис про сторис. Сторис и сторис. Так что смотрите нашу передачку, мы вам скажем, когда. Да. Да. Все. Пока-пока. А затем возвращаются к какой-то верхней точке. Речь об известной компании. За столом. Мне подсказывают, звучала версия потенциально правильно.